Состоялся ежегодный благотворительный забег «Бегом от депрессии 2021». Он проходил в поддержку Брестского клубного дома. Это социальная служба для людей с психическими расстройствами. В этом году организаторы забега были приятно удивлены такому большому отклику у горожан и гостей города. Более 200 человек приняли в нем участие. Мы столкнулись с очень таким массовым откликом среди людей, потому что, как нам видится, очень мало мероприятий проводится, спортивных в том числе, и народ соскучился по таким вещам. Тем более тема, у нас уже есть постоянные участники, те, кто все 3 года участвуют. И тема благотворительности, тема именно реабилитации в области психического здоровья людей как-то стимулирует. Все больше людей посвящаются в эту тему, знают о контексте. Благотворительная идея забега в том, что взнос за него добровольный. Каждый участник волен сам определить размер суммы пожертвования. По итогу все средства передаются Брестскому клубному дому. Наша служба занимается реабилитацией людей с психическими заболеваниями. На данном мероприятии мы транслируем информацию о психическом здоровье, На это мероприятие пришли члены клубного дома нашей организации, которые тоже общаются с людьми. Один даже человек будет участвовать сегодня в забеге на 400 метров. Задач у этого мероприятия несколько. Это привлечение внимания общественности к теме психического здоровья. Также это возможность объединения различных групп горожан вокруг идеи здорового образа жизни. И, конечно, социализация и помощь членам клубного дома. Здоровье – это состояние благополучия, оно состоит из многих элементов, из физического, из психического элемента. Мы давно узнали об этом забеге, успели все зарегистрироваться, нам выдали номера. И мы участвуем в семейном забеге на 400 метров. Хотим таким образом поддержать клубный дом. Они наши друзья, мы с ними давно сотрудничаем. Погода чудесная, настроение вообще супер. Мы очень благодарны организаторам такого мероприятия. Мама, папа, я – спортивная семья. Именно под таким лозунгом прошел забег для активных семей нашего города. Очень важно, чтобы родители прививали детям любовь к спорту и здоровью. Будущее поколение в наших руках. В финале забега все участники получили медали финишеров, а победители – кубки и памятные призы. Мы сегодня пришли сюда, в этот субботний день, не одни, с семьей. Более того, мы пришли сюда с друзьями, потому что суббота у нас – это, как правило, день семьи. А сегодня нам удалось его провести не только вместе со своими любимыми детьми, со своими друзьями, а провести его с пользой. Важность такого мероприятия, но она сама говорит за себя, потому что спорт – это про жизнь, спорт – это про здоровье. Мы желаем этого своим детям, мы пропагандируем здоровый образ жизни в семье, в принципе, и в своем окружении, поэтому этого здорово, и здорово, если такие мероприятия будут повторяться не единожды. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.